Меня зовут Бабаянц Алексей. В настоящее время я исполняю обязанности директора Высшей школы практической психологии, город Краснодар. В недавнем времени мне удалось познакомиться с такими замечательными людьми, как Александр Тимофеевич и Новиков Роман. Я узнал о том, чем они занимаются, и удивительным образом их деятельность связана с тем, что они приносят огромное благо людям, разрабатывая определенные приборы, суть которых в том, что, выходя на определенную частоту, они помогают балансировке всего организма. И это удивительное знакомство с этими людьми определило мою судьбу, потому что те разработки, те навыки, те приборы, которыми я пользуюсь в настоящее время, стабилизировали мой организм, привели к тому, что состояние здоровья заметно улучшилось. Я чувствую достаточно большие ресурсы, и меня это очень сильно радует, потому что я понимаю, что человек должен следить за своим здоровьем. И потому что его здоровье, оно не принадлежит ему, оно тоже от Творца. Таким образом, то количество здоровья, которое у меня увеличивается, я очень рад, оно может принадлежать моим близким, людям, другим людям. Поэтому, когда человек больше живет, это означает, что он может сделать больше добрых дел для этой земли. Поэтому я очень рад знакомству с этими людьми. Благодарю их за то служение, которое они делают для человечества, для всего мира в целом. И очень рад тому, что в моей жизни появились такие люди. Вот я попытался понять и понял, что для меня это важно, знакомство с такими людьми. Почему? Потому что я не исследовал сам продукт сначала. Мне было близко сознание этих людей, с которым они делают что-то для мира. А когда мне оказалось близким, я почувствовал близость сознания, мое сознание примерно такое же. Мне тоже очень важно жить так, чтобы получать, чтобы те полномочия, которые есть у меня, служили другим. И когда я вошел в резонанс с их сознанием, с их системой ценностей, то мне захотелось попробовать на себе и принять то, что они предлагают. Это не идея какого-то бездумного доверия. Это очень глубокий внутренний процесс, который есть в каждом человеке. А процесс один – взрастить в себе отклик на проявление Вселенной, понять, что она транслирует, и войти с этим в резонанс. Если я нахожусь рядом с человеком, чувствую эти вибрации по его разговору, по его глазам, по его отношению, то это означает, что я в принципе готов принять то, что он делает, потому что это тоже честно, это тоже практично, это тоже угодно Творцу.